На Большой перемене состоялся День культурно-массовой комиссии. Это праздник команды, которая занимается реализациями крупнейших мероприятий университета, таких как посвящение в студенты и мисс ЮРГУ. Цель этого мероприятия – это прежде всего посвятить студентов ЮРГУ в организацию и такое грандиозное объединение, как культурно-массовая комиссия. Я думаю, что мы достаточно показали атмосферу культурно-массовой комиссии, и ребятам всем понравилось. Праздник затронул не только членов комиссии, но и всех желающих. На мероприятии работали профессиональные фотографы. Студенты приняли участие в танцевальном конкурсе «Just Dance», а в лотерее были разыграны призы от партнеров мероприятия. Мне очень понравилось. Я получил бурю эмоций. Я узнал об этом мероприятии от друзей, сказали, будет очень крутая дискотека. Я не пожалел, я станцевал, выиграл даже. Я никогда ничего не выигрывал. И вот сейчас мне удача улыбнулась, и я забрал первое место. Стоит отметить, что за время работы культурно-массовая комиссия провела более 10 больших мероприятий. По словам ведущего, это не только комиссия, но и большая семья.